Да, мы создали телеграм-канал, в котором будут много фотографий и видео, которых нету ни в инстаграме, ни на ютубе. Переходи по ссылочке, подписывайся, мы тебя там ждем. Серьезно, там подписывайся, там и правда классные фотографии. Меня зовут Демиан Волков, ты знаешь мое имя, потому что я, Вася, приснился тебе вчера. У нас уже зима, и если честно, немного даже дует в сраку. Но это совсем не важно, потому что сегодня мы сожрем 100 жвачек целиком, мазафака. Ну точнее, может быть, не 100 жвачек, а скорее, сколько нам больше пихнется в рот. Стойте, стойте, подождите, чего-то не хватает. Привет! А я знаю! Привет! Здесь я нахожусь! Я нахожусь! Пожалуйста, спасите меня! А ты знаешь, как я понял, что ты рядом? Как? Запахло пердежом. Вано, Вано, come to me, я на стуле катаюсь. Куда ты пошел? Ты по телефону базарить будешь? Ваня, деловая колбаса, он решает вопрос. Алло! Ты кто такой? Все? Ай, спина. Я тебе сейчас как зайду! Я тебе сейчас как зайду, ты! Зарубай его, Пума! Мы сегодня... Ты что, Ваня, кот? Ну? Вообще нормальный как? Нормально себя чувствуешь? Это мой младший брат Вано, он же Иванечка, он же Иван Лаут, он же Ахпер, он же... Альпедрач? Еще он Альпедрач, короче. Ну поправь мне шлем, ну ёп! Сегодня мы будем хавать жвачки. В прошлый раз это были гамбургеры. И мы съедим 165 штук! Сказал человек, который съел всего лишь 3 гамбургера! С тобой все хорошо? Ну так вот, короче, Вано. Есть некие различия с предыдущим роликом. Сегодня мы будем хавать не на время. А просто так. Мы постараемся больше всего жвачек запихнуть в рот. Вперед, мой розовый конячка. Куда, куда, туда, куда? Туда, туда. Зачем? Нам же надо в магазин. Куда? В магазин нам надо. За жвачками? Куда? А, ну ладно, пошли. Стой, 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 подожди, подожди, успокойся. Магазин у нас в соседней комнате, все хорошо. Умочка, ты администратор в нашем магазине. Поэтому я иду в этот чертов магазин проклятия. Давайте войдем в него. Здравствуй! Иди ко мне! Привет, меня зовут Альпедрач, и я устроился на работу. Меня зовут... Альпедрач, вы сказали. Вы сказали, Альпедрач вас зовут. Иди. Можно я вытру? Видишь, давайте я вам помогу. Идемте со мной! Приветствую вас! В нашем новом магазине называется Семерочка. Что вас интересует? Что меня интересует? Да. А, ну, как бы... Мне как бы неловко просить об этом. Короче, мне нужны жвачки! Так, а вы совершеннолетний? То есть вы несовершеннолетний и хотите жвачку? Пожалуйста, тише. Да, я хочу жвачки. Ну, мы нелегальные, так что я вам дам жвачку. Вы гонщик? А кто это? Нелегальный. Профессионал! Так, да, я несовершеннолетний, я хочу приобрести жвачки. Это вообще возможно? Ну, вообще как бы нет. Но в Семёночке все возможно, так что какую вы жвачку хотите? Какие тут есть жвачки? Скорее, почему вы сидите на унитазе? Это? Ну да, это унитаз, туда срут. Это не унитаз, это, знаешь, когда свободная касса, я такой. Свободная касса! И покупатели ко мне подходят. Ну так это унитаз. Нет, что делаешь? Черт у вас унитаз, черт у вас, вас этот охламон. Давай свои жвачки. Тихо, тихо, я сказал, тихо. Ну все, ты меня бесишь сейчас. Возьму ствол. Сейчас. Ну все. Ну все. Черт, да ты безумен. Что ты только что сделал здесь? Что за заклинание? Я тебя спрашиваю. Что ты делал? Я еще раз тебя спрашиваю, что ты делал. Наконец-то взял ствол. Жвачку пробивать тебе. Прощай, парень. Пока. Вау, красивый. Блин, из-за этого маленького засранца мои руки в крови. Нет, я стал бандитом. Ну или как-то так. Надо помыть руки. Прощай, маленькая засранка. Зря ты себя так вела.
это очень глубокая миска, ну вот достаточно глубокая. И вот она переполнена уже жвачками. Сможем ли мы их все запихнуть? Кому стало неясно, я еще раз повторяю. Мы делаем это не на время. Вот тут вот сверху можете проголосовать, как вы думаете, сколько мы их захаваем. Подписывайтесь на наш инстаграм, ну а мы начинаем! Погнали! Стой, скажи базука! Понятно. Тогда я буду первый. Мята. Один. Аж в нос пробивает. Мы уже захавали по три, у меня уже половина щеки забита. Кстати, как ты думаешь, сколько нам поместится? Вот ты такой какой-то холодный. Во мне поместится 3 с чем-то, а ты? Мне как раз кажется, что у меня поместится 3 с чем-то, а у тебя где-то штук 15. Можно водиться и запить? Сейчас, давай до 10 дадим. Еще 3 штуки, если есть, у тебя будет 10. Я воду хочу! Чего? Мята. Горчит, да, сильно? Вот, у нас есть кувшин. Где же стакан? На, бери, бери, бери. Ничем не помогу. Если честно, мой рот уже забит. Мой нет, у меня там пропасть. Чувак, ты же гангстер. Я так понимаю, ему постоянно попадается мята. Пожалуйста, не помогает. Не помогает, когда я выпью. 15 у меня. Ты обижаешься, что я твою волю выпил? Мне все равно. Здесь побеждает сильнейший. Сильнейший. Стой. Подожди. Мне кажется, он уже сдался. Он уже проиграл. Давай еще 5. По 20 у каждого. У меня челюсть уже болит. А мне, а я могу еще 5. 2, 3, 4. А пока мы должны быть вместе. Чтобы быть вместе, нужно быть сильнейшим. А ты не сильнейшим. Где мне? Налить тебе? А наливать нечего. У нас уже по 25, да? Раз. Ну что я, давай только два. Не 5, хотя бы 3. Три. Ну 4. Три. Ну ты шо, вообще? 5. 30! Давай! Это жестко, мята! Слабак, 30! Я не выношу эту мяту! Давай, давай, еще 5! Еще 5! Раз! Два! Три! 5! 6! 40 штук, Ване 30, и мне кажется, этот паренек уже идет спаски к мамочке. Потому... Я сдаюсь. Серьезно? Как ты это выдерживаешь? Стой, братишка, ты помнишь, что у нас нет проигравших? Мы с тобой вместе должны схавать сотку. Мы уже съели 70. Помоги мне еще хоть немножко, съешь 5, и мне останется не так много. У нас уже 70 вместе, съешь еще 5, и мне останется 25. Раз, три, 5. Давай. Давай. Он съел 35, красавчик. Все, иди выплевывай, он уже не может. Сейчас глотну. Ты дурак, иди давай выплевывай. Осталось 25, Ваня сейчас будет мне помогать наливать воду. Надеюсь, вы поможете мне набрать 25 тысяч лайков, тут уже все это пихаю. Ты мне, Ваня, давай помогай. С водичкой совсем. Так, поехали. Раз, два, три, 4, 5. Ваня, я сейчас разговаривать не смогу, пожалуйста, считай за меня, хорошо? У него 45. Раз, два, три, 4, 1. 50. Напей водички. Сейчас говорить не можешь. Ты можешь говорить? Скажи что-то. Скажи привет. Пошел в жопу. Пока что говорить еще более-менее можешь. Сколько у нас уже? У нас 50. Красавчик, ты сделаешь это. Поддержите его лайком, ребята. Я верю в тебя, но не сильно. Давай! 92. Это сколько было? Покажи пальцами. 94. 96. 98.
Я тебя ненавижу. Спасибо, я тебя. Твой рот маленький нас погубил. Давай, 99-е и 100-е. Все, можешь ты пойти выпрямить. Как твои дела? Ребят, вы даже не представляете, что в моем животе сейчас творится. У нас с общими сложностями получилось съесть 100 жвачек. Как мы просили. Никто не просил, но мы так сами захотели. Как мы захотели. Я тот ребенок. Который ребенок. Который страдал. Уже не ребенок. А тот, который ржал постоянно и издевался надо мной. Который ребенок. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на каналчик. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нашего видео. Он где-то там находится. Да. Также предлагайте, что нам поесть в комментариях. О, нет, только не поесть. Да-да-да, поесть. До скорых встреч, мы вас любим. Всем удачи, всем курлы. Давай камеру закрой, у меня руки заняты. Молодец. Получилось? Да.